Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game у нас будет, да, и кто следит за YouTube-каналом на вкладке сообщества, да, я постил картинки наших новых гибридов, это Сметена Церос, гибрид Смелодона и Синтета Цероса, и Мегархелон, не Мегаархелон, а Мегархелон, Мегархелон, вот так вот, короче, да, ну, тоже такая прикольная, в общем-то, акулка у нас получилась. Жаль, что нельзя увеличивать на ютубчике. Так, да, ну вот гибридик. Они были доступны короткое время, несколько часов, наверное. Потом их убрали, то есть сейчас их создать нельзя, по крайней мере, на момент, когда я записываю это видео. Вот так вот, да, вот Смелодон плюс Синтета Церос. Два супер редких существа дают нам легендарного гибрида. Супер редкого гибрида. А, легендарный у нас Мегархелон. Ну да, то есть редкий Архелон плюс Мегалодончик. Мегалодончик при том у нас вкачанный, да, у него показатели улучшали. В общем-то, давайте сейчас мы посмотрим, что есть. Это не мой аккаунт, это гостевой аккаунт нашего админа. Он успел себе сделать вот, по крайней мере, одного вот такого вот парнишку. И потом, короче, это дело заблочили. Видите, нету кнопки гибрид. А ну-ка, ну-ка, на Смелодоне. На Смелодоне кнопка гибрид есть. На тоже все, видите, убрали. А хотя тут у нас 40-го Смелодона сейчас нет. Ну ладно, ну давайте посмотрим, прочитаем Смелодон. Так, известный всем как саблезубый тигр или саблезубая кошка, это типичный хищник ледникового периода. Зуб-нож переводится, имеет тонкие зубы длиной 28 сантиметров. Зубы, как у тирекса, только тонкие. У тирекса они были крепкие. Зазубренные спереди и сзади. Так, по массе смелодон может достигать полтонны, но 500 килограмм не так уж много. В то время как смелодон гратилис, его меньший родственник по размерам не больше современного леопарда. Так, ну и такой пушистый смелодон, 40-й. Так, описанный датским натуралистом Вильгельмом Лундом, как тот, кто несет разрушение, получил свое название в 1842 году. Ну, а Синтета Цереса, в принципе, я думаю, читать не интересно. Ну, разве что посмотрим, как он выглядит. Ну, вот такой себе вот олененок. Олененок. Так, так, ну, в общем-то, вот такой вот у нас кошачок есть. Ну, что можно сказать? Шерсть стала короче, мышцы он прорисовываются прямо сквозь это. Он стал, начал напоминать, честно говоря. Ну, гибридизация вообще-то фиговая, честно, я бы сказал. Да, ну что это? То есть, ну, он как был саблезубым, так и остался. Только добавились рога, как были у оленя. А так ничего не изменилось. Ну, как-то слабо. Очень слабо. Я бы предпочел видеть, наверное, туловище оленя с головой льва. Вот это было бы поприкольней. Такое что-то грациозное, зубастое, да. Ну, вот такой вот у нас получился. Ага, так, у меня эти скриншоты не работают, а вот эти вот работают. Блин, вот такая вот дикая тварь у нас получилась. Блин, ну прикольно. Ну, не скажу, красавчик, да, то есть, но необычно, неожиданно, некрасиво, но неожиданно. Неожиданно сделали его. Ну, вообще не постарались над гибридизацией, тупо прилепили Смелодону, поменяли его окраску и прилепили ему роги, да и все. Ну, давайте его. О, так, что он есть у нас? Он есть у нас додошек. Только перья полетели. Что-то прикольно. Что, типа еды не хватило? Ха-ха-ха. Давайте еще его разочек покормим. Вот так и вымерли все до дома. Так, ну что, давайте будем его пробовать тестить. Конечно, жаль, что сейчас. Ну, в общем-то, я постараюсь, если получится еще заснять еще с другого аккаунта. И там, по идее, уже будет 40-й. То есть у меня в аккаунте их нет.
Так, вот такие вот, 1200 на 400. Ну, такое, как легендарный динозавр на 30 уровне. Ну, типа рек на 30 уровне. Примерно такое что-то. Давайте будем искать ему противника. Так. Вот Дила Космилы. Вот, он как по силе вот среди других кашкатунов. Допустим, да? Вот тебя, вот тебя и вот тебя. Да, давайте так попробуем. Посмотрим, что нам попадется. Как раз сравним его с Тилокосмилом и с Мелодоном. Демоническая кошка. Так, 400, 400, 100. Ну, в принципе, неплохо. Но, правда, у них жизни в два раза больше. Да. У нас больше укус, но у них больше здоровья. Да, печально. Они мне валят за два удара, а я их за три. Неаккуратненько. Так, ну чё ты там боишься? Посидим, посидим. Ну давай, атакуй на два. Я знаю, ты хочешь это сделать. Атака на два. Что-то долго думает наш противник. Так. И вот так вот решил не атаковать. Так, ну давай, Тила Космил. Пародия на саблезубого тигра. Они не родственники. И это даже, ну, в принципе, и то не кошка, но... Так, вот наш дьявол появился во плоти. Демоны! Давай, насади его на рога. Блин, а 40 хелсов, ё-моё! Дело пахнет керосином, ребята. Но два удара я выдержу от него. Давай атакуй на все четыре и будет отлично. Но вряд ли. На три. Ну, неплохо. Минус. Так, давай, атакуй нас на все четыре, и мы тебя победим. Или беги, беги от страха перед видом нашего Смитетоцероса, кстати, так его зовут. На два всего лишь. Всего лишь на два. Ну, у него было два, не хотел тратить три. Ну, давай. Ну, долго вот думают наши противники. 1-2, вот гаденыш. Это плохо. Ну вот, я не знаю, зачем он защищал своего пахицераторства недобитого. Если бы он его не защищал, он бы меня мог сейчас пробить, победить. Так, ну, Смелодон на 30-м неплохо выглядит, такой пятнистенький. Давай, я тебя пасть порву. Нападай. Снова на 2, ну... Ну, вообще-то мы победили. Я его за 2 пробиваю, полюбасу. Ну, какую-то ерунду только что наш противник изображал. Дикую и непонятную. Неразумно.
Фух. Так, ну это был наш такой первый бой. Мы сделаем еще два боя. Так, снега. Разблокируем нашего котеночка. И давайте возьмем Арктодуса и сумчатого льва. $340, $500, $200. Но самый сильный, да, это Метриалон. Ну давай, Арктодус. Медведь тиранозавр, ребятки. Можете про него узнать. Видео есть познавательное на канале. Вот так вот и пишите в поиске. Медведь тиранозавр, по-моему, так я называл это видео. Либо просто Арктодус в поиске на канале введите и найдете то видео. Так, ну чё, давай решайся, Астафликозавр, 6 баллов, атака на 5. Ну ты будешь прекрасной жертвой для нашего Митета Цераха. Рожа у него, конечно, жуткая. Так, сильнейший противник. Давай, атакуй. Молодчинка. Так, а тропяк Гнат или коптер, кто там у него? Он послабее. Ну вот так давай. Чтобы он выжил и может завалим всех троих. Лимнаринг. Жирнаринг я его называю. У него такое жутко некрасивое жирное брюхо. Так, ну типа решил ничего не делать. Давайте мы сделаем такой финт. Принесем в жертву сумчатого льва, чтобы всех троих попытаться пробить гибридиком нашим. На все 4, вот отлично. Хотя, не очень отлично, ну вот. Смитета Церес. Был Синтета Церес, стал Смитета Церес. Ну там пару букв поменялось. Так, супер удар. Вот это было прикольно. Хорошо смотрелось. Дикая тварь ужасная. Так, ну еще давайте один боёчек сделаем. На этот раз уже возьмем какие-то динозавров, да? Так, у нас там сила удара 300 всего лишь. Трам-пам-пам. Так, ну уже где-то недалеко. Блин, и Гистокуруса тоже не хотелось бы взять. Давайте я его пока выберу. А там посмотрим. Так, вот, кстати, можно взять его и Рекса.
Так, ну самый сильный у нас Мегистокурус. Ну ладно. Так. 4. О, блин, у него два последних сильнее. Короче, команда сильнее. У противника посерьезнее команда. Так, ну давай, давай, давай. Давайте сделаем вот так. У него дико маленький удар получается по нам. Ну, он может пробить, но все баллы потратит. Так, сменился 4. Раз, два, три и раз, два. Ладно, еще раз. Ну да, тот раз был лишний. И у него теперь опять появляется Унаринг, он слабый против нашего, ему опять нужно тратить балл, чтобы подмениться. Ну, либо почти все баллы потратить, чтобы меня пробить. Да хотя все, даже не хватает, с учетом двух моих баллов в запасе. Опять он меняется, у него 5. И атака на 5. Вообще шикарно мы его развели. И сейчас кто-то у нас покушает Супрана Титаном. Вот так. Да. Неужто ли всех завалим? Ну, в смысле, всех одним. Давай. Бойся. Ну, походу, да. Супер удар снова. Вот это яростный рык. А-а-а, сурово. Прикольно. Голова выглядит прикольно, конечно, но над туловищем совсем не поработали. Так, ну давайте пойдем еще взглянем на нашу тварь. Вот так вот он выглядит, очень жилистый, массивный, да. Но хотя неизвестно, как, не помню, какой он на 40 уровне, но это мы скоро, ребятки, узнаем. Вот так, в общем-то, кому понравились эти прекрасные голубые бирюзовые глаза, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!